зритель не привык, чтобы картины рвали, понимаете, да? Вот. Но надо рвать иногда, чтобы отпустить, чтобы появилось что-то новое. Работа называется «Память 1.0». Я очень люблю нашу бурятскую культуру, ну вот орнаменты. Наверное, орнамент, который узнаваем каждым бурятам. Смотрю на свой уже готовый рисунок. Иногда сама не понимаю, как это все получилось. Так много всего интересного. У меня просто кружится голова. Хочется зрителя немножко встрясти.